День физкультурника – любимый многими саровчанами праздник. Традиционно в этот день на Икаре собираются поклонники здорового образа жизни, профессиональные спортсмены и те, кто посвящает спорту свободное время. Также в этом году организаторы решили разнообразить мероприятия и организовать на Икаре семейную площадку, где все желающие семьи с детьми смогут поучаствовать в веселых стартах. Команда должна состоять из 3 человек. Детки должны быть в этих командах от 5 до 7 лет. Так как 2019 год театра, то на каждом этапе нашей семейной веселой эстафеты будет выдаваться буква. На финише команда должна будет собрать слово из букв «театр». Эстафета будет включать в себя 5 этапов. Семьям предстоит собрать фигуру из мягких цилиндров и разбить ее битой, пробежать в бутсах, перелезть через туннели и потренироваться в меткости. То есть родители показывают пример своим детям. Ведь можно много говорить о здоровье, да, но если, допустим, мама или папа здоровый образ жизни не ведут, ребенку доказать, как это здорово, здоровье, практически невозможно. Поэтому мы делаем, конечно, акцент большой на то, чтобы в наших мероприятиях принимали участие вся семья. Начало веселых стартов в 11 часов. Подать заявки на участие можно до 9 августа по адресу adam@mcdefis.sarov.ru с пометкой «Семейная эстафета». Екатерина Опенова, Владимир Лесик, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.